Привет. Поздравляю, птичка моя, с возвращением в курятник. Ну, как долетел? 4 посадки. Из Луанды не так просто выбраться. 23-го? Я буду на ретроспективе в Монреале. Я ему скажу, что ты здесь. Да. Хорошо. Я тебе перезвоню. Вот она. Папа. Ну, как ты тут? Умница, девочка моя. Погоди. Твоя первая обложка. А сколько еще будет? Очень надеюсь. У меня в твои годы было уже 5. Она тоже всю стену увешает. Спасибо, Неджи. Да, папа, скоро тебя станут звать отцом Натальи Бауэр. Выпей с нами, Найджел. Не могу. Пригуби хотя бы. На мне весь маршрут. Наталья? Да. Вот эту я тоже вставил в рамку. Спасибо. Поздравляю, потрясающий снимок. Молчи. А то она зазнается. У нас это наследственное. Бог! Не провожайте меня. Пока. Добрый день. Ну что, Орсон, куда ты отправишь Наталью для начала? В Лиму или в ее окрестности. В Лиме себе имени не сделаешь. Завтра она отбывает на западный берег. Да, конечно, Александр. Хотя Орсон по-своему прав. Она не пропадет, Найджел, я уверен. А, вот и она. Знакомься, Орсон, моя дочь, Наталья. Очень приятно. Здравствуй, садись. Наталья, садись. Я не могу. Чего не можешь? Не могу этим заниматься. В каком смысле? Я больше не буду снимать, папа. Что за глупости? Прости меня. Извините. Извините. Наталья.